Всем привет! Сегодня рассмотрим узел проводник восьмерка. Вообще проводники — это целое семейство узлов. Это узлы, которые заканчиваются петлей. Вот, проводник восьмерка — один из самых распространенных узлов. Область его применения не ограничена. Очень надежный узел, сам по себе никогда не развязывается. Наоборот, бывает затягивается до такой степени, что развязать его становится невозможно. Например, если вы пытаетесь на такой веревке вытянуть машину. А сразу скажу небольшой секрет. Если вы хотите тянуть очень большой груз на этом узле, берете, вставляете сюда ветку и спокойно работаете с узлом. Когда он затягивается, уже вы с ним поработали, берете, ломаете ветку, и у вас появляется определенная слабина в узле, и с ним можно, его можно развязать. Посмотрим, как он вяжется. Ну, лично я вяжу его таким образом. Оставляю веревку, зажимаю в кулаке саму веревку. Делаю оборот, полный оборот вокруг веревки и продеваю верхнюю петлю. Получается такой узел.